Обеспечить безопасность жителей автономии в период новогодних и рождественских праздников. Этот вопрос сегодня стал основным на заседании региональной антитеррористической комиссии. Главное – не допустить в праздничные дни на территории области чрезвычайных происшествий, представляющих угрозу здоровью и жизни людей. О предпринимаемых мерах рассказали руководители силовых структур и МЧС. В праздничную декаду экстренные службы будут работать в усиленном режиме. На улицах городов и других населенных пунктов спокойствие граждан обеспечат дополнительные наряды полиции. Перед Новым годом под особый контроль возьмут наиболее важные объекты инфраструктуры и места массового пребывания людей. Предусмотрено создание дополнительных следственно-оперативных групп, необходимых резерв личного состава на случай осложнения оперативной обстановки. Для координации действий личного состава, оперативного реагирования на поступающие сообщения о происшествиях органов внутренних дел вводится круглосуточное дежурство руководящего состава. Увеличивается на 25% плотность патрульно-постовых нарядов дорожно-патрульной службы ГИБДД. Предусмотрено ограничение по движению в парковке автотранспорта в местах проведения массовых праздничных гуляний, работа дополнительных постов ДПС ГИБДД. На заседании также заслушали отчет о деятельности антитеррористической комиссии Смедовического района. В 2016 году образовательные учреждения оснащались пожарной и тревожной сигнализациями. Экстренные службы находились в постоянной готовности для участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма активно участвовали общественные, национальные и религиозные организации района. Однако, по мнению членов комиссии, есть и недоработки, необходимо усилить антитеррористическую защищенность объектов образования и культуры. Подводя итоги работы комиссии, губернатор автономии отметил, вопросы безопасности людей должны стать для государственных и муниципальных служащих главными. Я просил бы еще раз и глав районов, поселений внимательно отнестись, не только силовиков наших, а тех, кто на местах работает, в том числе всех внимательно, тех, кто отвечает за новогодние праздники детские, особенно комитет образования, там, комитет социальной защиты. Еще раз посмотрите помещение с точки зрения противопожарных дел, всех организационных дел, чтобы не было скоплений, там, когда детей много будет там, и так далее, чтобы все было согласовано, решено с сотрудниками МВД и так далее, где охрана должна быть положена, все это было обеспечено.